И вот истина в последней инстанции. В жилищной инспекции вновь подчеркивают, что выбор способа управления домом – это только лишь выбор собственников жилья, который они принимают на общем собрании. И вот здесь важный момент. Это решение принимается простым большинством голосов, причем только тех собственников, которые лично присутствовали на собрании или был их представитель. Мы должны понимать, что за нас могут быть приняты какие-то решения, если мы с вами будем отсутствовать на этом собрании. И те, возможно, решения будут приняты, которые бы мы не хотели с вами принять. Поэтому мы должны понимать, что мы должны участвовать в общих собраниях. Если собственники помещений в многоквартирном доме получили приглашение явиться по какому-либо адресу для подписания нового договора, либо по решению еще каких-то вопросов, а общее собрание в указанном, вышеуказанном мною порядке не проводилось, то рекомендуем отказаться, поскольку такие действия указывают на нарушение именно жилищного законодательства и прав граждан. И какие последствия могут быть после этого, мы с вами не знаем. Поэтому рекомендуем отказываться в таких случаях. Еще момент. Непосредственный способ управления больше зарекомендовал себя для домов, где 2 или 4 квартиры. А вот почему управляющая компания может предлагать такую форму управления для многоквартирных домов, например, в 5-этажках, объясняется просто. Так они уходят от долгов перед поставщиками ресурсов. При непосредственном способе управления мы имеем право, если нам нравится управляющая компания, заключить с ней договор на содержание и текущий ремонт. А вот по платежам коммунальным мы с вами непосредственно будем заключать с ресурсоснабжающей организацией. И тогда должниками перед ресурсоснабжающей организацией становимся мы с вами, но никак не управляющая компания.